Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 апреля, и наша тема — «Тело Христа». Наше место Писания — первое послание Коринфянам 12, где апостол Павел говорит о теле Христа. Слово «тело» — греческое слово «сома». Именно его использовали для описания физического тела. И в первом послании Коринфянам 12:12, в одном из переводов Библии, Павел говорит: «Так же, как тело человека имеет разные члены, так и тело Христа». Вы знаете, что каждая часть тела важна — руки, нос, глаза, уши, ноги. Кто может сказать, что одна часть тела важнее другой? И Павел говорит нам в первом послании Коринфянам 12:12, «Мы все являемся этим телом, сома, мы буквально тело Христа, и каждая часть, включая вас, очень важна. Поэтому не принижайте себя. Я хочу, чтобы вы задумались о том, что вы должны отдать, о той роли, которую вы должны сыграть в теле Христовом. Сделайте это так хорошо, как только можете. Я хочу, чтобы вы об этом подумали сегодня».